Приветствую вас. Это новости на Антенне 7. Я Денис Ионас. Смотрите сегодня. Долговая цепочка. Понимая ситуацию, они просто страхуют свои риски. Кто распутает клубок топливных проблем? Метры им только снились. Опять же вариант, что мы на улице останемся. Что ждет пострадавших от взрыва дома на Тепловозной? Равнодушный красавец. Нужно дать какой-то ответ, дать выход мужской эмоции, то есть, ну, обозначить его мужскую позицию. В чем отличие современной постановки от пьесы французского драматурга? А также зачем школьники пишут сочинения и новости спорта? Ограничить допуск иностранных лекарственных препаратов при госзакупках. Такое постановление подписал сегодня премьер страны Дмитрий Медведев. Этим в правительстве хотят обеспечить некую лекарственную независимость. В перечень вошли жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Запрет касается всех иностранных государств, за исключением членов Евразийского экономического союза. Между тем, 80% российского рынка – лекарства импортного производства. Об этом постановлении заговорили осенью прошлого года, когда многие страны ввели против России санкции. Но до эмбарго тогда дело не дошло. В сентябре 2014 года Дмитрий Медведев исключил ввод запрета на поставку импортных лекарств. В эфире программы «Формула здоровья», которая выходит на нашем канале, прошлой осенью мы на эту тему беседовали с заместителем министра здравоохранения Омской области. И к 2018 году мы должны 90% рынка охвачивать российскими препаратами, охватить, скажем так, российскими препаратами. Если мы говорим о закупках, то мы ведем речь сегодня о государственных закупках, то и на сегодняшний день государственные закупки, преференции принадлежат отечественным производителям. И мы можем говорить о генерических препаратах, да, об аналогах, о синонимах лекарственных препаратов. Поэтому какую-то угрозу мы не видели и не видим. Однозначно никакого эмбарго на те лекарственные препараты, которых нет в Российской Федерации, не будет. И вот спустя год угроза четко появилась на горизонте. Чем запрет обернется для россиян? Например, отечественные производители смогут беспрепятственно поднимать цены на свою продукцию. Пока неизвестно, идет ли речь о введении запрета на госзакупки медицинского оборудования из других стран. Да и перечня, какие конкретно импортные лекарства и медицинские изделия будут под запретом, сейчас тоже нет. Надпись о содержании растительных жиров в молочных продуктах займет почти треть упаковки. Такое обязательство для производителей подготовили в Минсельхозе России. Законопроект вносят на рассмотрение депутатов Госдумы. Эксперты уже проводят аналогии с пачками сигарет, где надпись о вреде табака выведена большими черными буквами. Разница между пальмовым маслом, которое часто добавляют на заводах, и молочным жиром, который должен составлять продукт по ГОСТу, выражается и в цене. Растительные компоненты дешевле в среднем примерно в 3 раза. Однако лучший способ донести покупателю предупреждение – броская надпись. Впрочем, омские производители считают, что маркировка вступает в конфликт с маркетингом. Размер шрифта на упаковке. И так теперь регламент уже, как, да, можно сказать, заставил производителя вынести на упаковку. И состав, если это йогурт, состав варенья, если это... Ну, как бы то ни было. И в итоге уже на этикетке просто места нет. Растительный жир содержит каждый четвертый молочный продукт, произведенный в стране. Это выявили проверки Россельхознадзора. Самая сложная ситуация на рынке сыров. Фальсификация тут в среднем являются 4 упаковки из 5. Компания «Газпромнефть» судится с омскими пассажирскими предприятиями. Санкт-Петербургский арбитражный суд постановил взыскать со 2 и 7 ПТП почти 17 миллионов рублей по долгам за топливо. В суде находятся еще 2 нерассмотренных иска к тому же ПТП-7 на 8,2 миллиона рублей и к ПТП-4 на 32 миллиона рублей. Информацию сегодня подтвердил директор департамента транспорта Виталий Маслик. По его словам, они появились не сейчас и с крупной задолженностью в 150
50 миллионов, из-за которой на прошлой неделе компания прекратила поставку топлива. Все это напрямую не связано. Откуда вьется долговая ниточка и как в администрации намерены распутать этот клубок проблем, узнала моя коллега Ксения Тойчкина. Долговой клубок начал закручиваться еще в конце августа этого года. Тогда долг пассажирских предприятий перед «Газпромом» был 50 миллионов рублей. Поставку топлива приостановили 1 сентября 2015-го. Пассажиры этого не заметили. С поставщиком быстро договорились и на следующий день топливные карты разблокировали. Но пускать ситуацию на самотек в «Газпроме» не стали. Руководство подало на ПТП в суд. Эти иски были поданы сразу после того, как была договоренность о том, что сотрудничество продолжается. Это было 1 сентября. Ну, я понимаю их ситуацию. Они просто страхуют свои риски. Что, ну, я считаю, что мы будем не платить или не заплатим. Мы говорим о том, что два парка уже рассчитались, два парка пока занимаются вот эти судебные иски. Новых исков пока нет. Но вполне могут появиться, ведь за полгода долг увеличился в 3 раза – 150 миллионов рублей. И из-за этого на прошлой неделе топливная компания вновь приостановила поставку дизельного, что вызвало транспортный коллапс. Пассажирские предприятия дорабатывали на остатках, а на дорогах становилось все меньше автобусов. Договориться вновь с «Газпромом» не получилось. Несмотря на то, что ПТП выделили 20 миллионов рублей и составили график выплаты долга, до января 2016-го пришлось искать другого поставщика. Руководствовались, во-первых, ценой за топливо. На «Лукойле» топливо дороже. Провели переговоры с руководством «Топлайна». Значит, мы договорились и заключили договора анемечные с возможностью пролонгации на январь с 5% скидкой с пистолета. Ну, то есть вот на таких условиях заключены договора. Это для того, чтобы автобусы остались на дорогах. А гасить задолженность в департаменте намерены уже в 2016-м. Объясняют так. На календаре декабрь городская казна практически на нуле. На Новый год пока заложено 332 миллиона рублей. Чиновники ожидают дополнительные вливания из областного бюджета. Большие надежды возлагают и на новую концепцию развития транспорта, которая позволит убрать с дорог нелегальных перевозчиков. По подсчетам администрации, потери от них составляют около 300 миллионов рублей в год. Если мы берем нелегалов, то есть появится стимул, в том числе для частных перевозчиков, покупать автобусы средней вместимости. То есть тогда наполняемость вырастет. Ну, соответственно, все остальное. Новый 2016 принесет и повышение стоимости проезда. Если этого не сделать, пассажирским предприятиям не вылезти из ямы долгов и убытков. Сейчас ежемесячный минус от муниципальных перевозок одного предприятия составляет 53 тысячи рублей. Сколько будет стоить одна поездка, пока не ясно. Мы отталкиваемся всегда от тарифов РЭК. То есть в конце декабря будет понятно и озвучено, какие тарифы будут приняты для муниципальных предприятий. Произведем расчеты, как мы делали в прошлом году, посмотрим, сколько мы можем вытянуть, не вытянуть, там, сколько денег у нас выделено в бюджете. И на основании вот этого будет какое-то решение принято. А еще в новом году с омских дорог исчезнут «Газели». Их должны сменить автобусы большой вместимости, которые приобретут частники. План чиновников таков. Мы убираем с дорог нелегалов и мобильные «Газели». Создаем равные условия конкуренции на рынке перевозок. Предприниматели обновляют подвижной состав. А муниципальный транспорт работает в спокойном режиме на маршрутах, которые окажутся неинтересны частникам с точки зрения прибыли. Такой вот подарочек под елку. Ксения Туечкина, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Пост заместителя мэра и директора департамента имущественных отношений и жилищной политики покинула Елена Брейер. С бывшей чиновницей расторгли трудовой договор в связи с сокращением штатов работников городской администрации. Кто займет место Брейер в мэрии Омска, пока неизвестно. По неофициальной информации, этим человеком может стать бывший министр имущественных отношений Омской области Виктор Соболев. Последние жильцы дома номер 20 по улице Первая Тепловозная, который рухнул из-за взрыва, получили квартиры. Материалы с такими заголовками появились в электронных СМИ. Однако среди пострадавших есть те, кто отказался от предложенного взамен жилья, писали журналисты. Речь, скорее всего, о семье Новосельцевых. Они единственные не получили новые квадратные метры. Почему? Расскажет Алла Аксенова.
Вот уже 2 месяца семья Андрея Новосельцева снимает квартиру. В точно таком же доме, как у них был. В недалеком будущем супруги с детьми планировали переехать в новые квадратные метры. Их администрация Омска обещала всем пострадавшим от взрыва жильцам. Новость, которую Новосельцевы получили накануне, перевернула их жизнь. Вечером уже после 5 часов позвонил специалист и сказал, что документы дали в кадастровую палату, что выплатят кадастровую стоимость жилья. То есть, как бы, опять же, вариант, что мы на улице останемся. То есть, кадастровая стоимость где-то примерно 300-500 тысяч нашей несуществующей квартиры уже в данный момент. Ну, сами понимаете, что за эти деньги вообще нереально ничего купить. Даже там частный дом какой-то или там, не знаю. Даже сарайку никакую не купим. Квартиру в 20-м доме на первой тепловозной Новосельцевы купили в кредит за 420 тысяч рублей еще 10 лет назад. Сегодня она бы стоила 1,5 миллиона, говорят хозяева. Заработанные метры уничтожил взрыв. ЧП случилось поздним вечером 22 сентября. Один из жильцов дома открыл на кухне газ и чиркнул зажигалкой. Прогремел взрыв. Перекрытия между этажами обрушились. Сам виновник погиб, 5 человек оказались в больнице. Дом номер 20 по улице Первой тепловозной стоял именно здесь. Сейчас кое-где под снегом остался строительный мусор. И разве что только он напоминает, что раньше здесь жили 8 семей. Все пострадавшие семьи на условиях социального найма получили другое жилье. Не новое, а вторичное. Новосельцевым предложили квартиру в многоэтажке по улице Рокоссовского. Ну, не то чтобы и согласились, а мы просто взяли время на раздумье. То, что мы нам когда показали эту квартиру, там получается квартира как бы, ну, во-первых, маленькая, однокомнатная. То есть получается там жилой площади буквально там 6-9 метров. Там за счет коридора, ну она 38 квадратов, как наша квартира была, но там получается коридор, там кухня там большая, там тут, в общем, а жилой получается маленькая, соответственно, нам с двумя детьми, тем более разнополыми, то есть как бы уже сыну 13 лет, дочке 6 лет, они друг друга стесняются. Мы просто, ну как, посмотрели и ушли. Я ничего не подписывала, ничего никак, но мне бумага пришла, что я отказалась. Дом, где сейчас живут Новосельцевы, аварийный. Есть вероятность, что в декабре его снесут. Семья готовится к скитаниям. А что нам делать? Местные власти вообще никак нас не понимают, никаких мер не могут принять. Что нам делать с двумя детьми? С вопросами по этой теме мы обратились в департамент жилищной политики. Руководитель ведомства пошла нам навстречу. Поэтому Антенне 7 будет что рассказать в продолжении. Алла Аксенова, Андрей Кузьмин, Антенна 7. А сегодня из-за собак и автовладельцев депутаты решили изменить в Омске правила благоустройства. На заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Дмитрий Лицкевич предложил чиновникам дополнить в документе понятие газоноприлагательным «всесезонный». Народный избранник пояснил, что поскольку зимой во дворах трава не растет, на ее месте автовладельцы с удовольствием паркуются. А штрафовать их не получается, ведь вместо зеленого газона там снег. Мы все понимаем, проблема во дворах. Вот сейчас зима осенью, когда зеленого, и оно якобы не является газоном, люди паркуют машину. После того, как они все там размесят, эту грязь, она уже, трава, никогда не появится. То есть понятие газон у нас вообще исчезает во дворах. Еще одно предложение высказал самый молодой депутат горсовета. Либерал-демократ Антон Берендеев потребовал срочно установить схемы выгула собак в микрорайонах и не сдержался в своих выражениях. Почему я рад наконец-то статье? Потому что у нас по весне, извините за выражение, говно тает, птицы летают. Поэтому вот, может, как-то формирование вот этого пункта благоустройства поможет нам вот как-то граждан порядок научиться соблюдать. Ну то, что он упростит процедуру размещения таких объектов, это однозначно. Коллеги, я прошу вас все-таки более парламентские выражения, так сказать. Теперь все предложения депутаты обсудят с горожанами на публичных слушаниях. В поселке Береговой открыла двери обновленная библиотека. Продуманный до мелочей интерьер, доброжелательная атмосфера и возможность познакомиться не только с последними книжными новинками, но и с фондами лучших библиотек страны. Так выглядит модель современной поселковой библиотеки. Она реализована Омским нефтеперерабатывающим заводом по программе социальных инвестиций «Родные города». Даша Борисова вдумчиво выбирает книгу. Девочка сегодня пришла в свою библиотеку и не узнала ее. Мне очень нравится. А чем?
Ну, тут все изменилось, так красиво стало ярко. В библиотеку Берегового записано 1200 человек, но здесь надеяться на встречу и с новыми читателями. Библиотека призвана остаться центром культурной жизни всего поселка. Занятия по потребностям и по интересам найдут люди любого возраста. И теперь местный дом культуры будет еще более востребован. Это, в общем-то, дворец, в котором много кружков, соответственно, детишки приходят, занимаются в кружках, а родители могут с пользой для себя провести время. Мы считаем, что такие вот комплексные решения, они позволяют улучшить в целом ситуацию, поэтому дальше будем работать в данном направлении, в том числе и в поселке Берегово. Стеллажи очень красивые. У нас таких стеллажей, конечно, не было, было очень намного беднее. Очень красивый детский уголок, у нас такого уголка детского, конечно, не было. Появился интернет, который мы всегда мечтали. Благодаря помощи нефтезавода за последнее время в поселке были реконструированы две детские площадки. Крытая эстрада, в школе обновлена мебель, построена спортивная площадка, благоустроена площадь перед Домом культуры. Светлана Урванцева, Александр Филиппов, Антенна 7. 5000 омских школьников сегодня написали итоговое сочинение. Оно станет допуском к ЕГЭ. Экзамен проходит по всей стране. На работу 3 часа 55 минут. Темы школьники узнали за 15 минут до начала экзамена. Это время, дом, любовь, путь и год литературы. Впрочем, обрадовались им не все. Отвлеченные темы кажутся детям сложными. Да, мне очень нравится писать про время и про любовь. Ну, например, про войну, там, время не забывается или что-нибудь такое. Нужно начать с того, что мы очень упорно готовились еще с прошлого года. То есть мы также занимаемся, можно сказать, каждый день на каждом уроке. У нас дополнительные модули есть по русскому языку, на которых мы также проходим полностью, пишем пробные сочинения. На экзамене разрешили пользоваться орфографическим словарем. Объем сочинения не меньше 250 слов. Работы проверят на плагиат, а оценивать будут по системе зачет-незачет. Результаты экзамена станут известны через 2 недели. В прошлом году его сдали все омские 11-классницы. На сегодняшний день, конечно, есть те, которые там по болезни, либо находятся на спортивных соревнованиях, либо на выезде, и они не приступят сегодня. Пересдача будет еще 2 раза. Это в феврале 2016 года и в мае 2016 года. А мечи увидели премьеру «Равнодушного красавца». Пьесу написал французский драматург Жан Кокто, а главную роль впервые сыграла певица Эдит Пиаф. В Лицейском театре свой дипломный спектакль в стиле модерн по пьесе Кокто поставила Лилиана Белявская, выпускница Петербургского института культуры. Наш материал. В этой истории есть он и она. Каждый из них одинок и независим. И между ними иллюзия любви. Его равнодушие и ее страсть, его ложь и ее надежда. Замкнутый круг, из которого нет выхода. Как-то в принципе близок к пониманию женщин, он понимает их психологию. Все метания женщины он показывает не просто достоверно, а с пугающей достоверностью, буквально по атомам. В пьесе Жана Кокто она певица, а в постановке Лилианы Белявской – танцовщица. Львиная доля спектакля – пластические связки. Модерн, танец, современная хореография, мы сюда легла больше. Именно даже с какой-то концептуальной хореографией переживание произошло. Танцы не единственное новшество. Равнодушный красавец Эмиль здесь обретает голос. Нужно дать какой-то ответ, дать выход мужской эмоции, то есть ну, обозначить его мужскую позицию, то есть чтобы это было не просто вот ты такой плохой, потому что ну, не может быть человек вот, абсолютно плохим, равнодушным. Все равно у него есть какие-то свои черты, свои положительные стороны. А я выкрутаюсь, я изменюсь. Я исцелюсь. Исцелится и она. Найдет в себе силы, чтобы остаться в здравом рассудке. Как то писал эту пьесу для Эдит Пиаф, ее судьба такая достаточно трагичная. В ней очень много подъемов, много провалов. В общем, каждый раз она как птица Феникс воскресала, чтобы жить, творить и любить.
Жан Кокто написал пьесу 75 лет назад. Но сквозь время звучит она громко. На этой сцене зрители увидели реальность. Нам очень понравился спектакль. Все как в жизни, все натурально. Страстный танец. Чувствуется. Вам понравилась хореография? Да, да, очень. Кокто – тонкий психолог женской души. Его пьеса трагична, но имеет открытый финал. Каждый сам решит, что осталось за занавесом. Денис Ионас, Ксения Бессараб, Александр Филиппов, Антенна 7. В центре единоборств стартовал 12-й всероссийский турнир на призы знаменитого омского и российского боксера, заслуженного мастера спорта Александра Островского. У соревнования высокий статус. Победители получают право на присвоение звания мастера спорта. Медали турнира оспаривают 69 спортсменов из 10 регионов нашей страны и гости из Казахстана. Впервые на омском ринге выступают боксеры из Карачаева-Черкесии. Сильные команды выставили Новосибирск и Алтайский край. Александр Островский возглавляет сборную Центрального спортивного клуба армии. На этом турнире ребята должны отдаваться полностью для того, чтобы выполнить норматив мастера спорта по боксу. Все-таки это первая стадия, где боксер формируется именно как боксер. Вот здесь он сформировался, и он идти должен дальше. Ставить перед собой цель теперь стать там мастером спорта международного класса. Наш регион представляют 22 боксера. Большинство претендуют на награды. В первых поединках у омичей 4 победы. Уверенно стартовали лидеры нашей команды Иван Ерхов и Дмитрий Юктешев. Показать свою технику, как мы умеем боксировать, как наши спортсмены выступают на соревнованиях. Проявление нашей подготовки, не только физической, но и духовной. Также непосредственно выполнение мастера спорта. Это почетное звание для каждого спортсмена. Обмен моментами на старте. Защитник авангарда Михал Кемпник кистевым броском сотряс перекладину. Форварды подольского «Витязя» дважды опасно угрожали воротам ястребов. Голы назревали. Первыми отличились гости. «Витязи» как по нотам разыграли большинство. Буквально через минуту наши хоккеисты ответили той же монетой. Артур Лаута реализовал численный перевес после отличного паса Мартина Эрота. Новая серия моментов – блестящая игра вратарей. Доминик Фурх выручал. Финский голкипер «Витязя» Хари Сятери вообще творил чудеса. Во втором периоде наши хоккеисты раскатились. Комбинации, броски, два выхода один на один. Вратарь подмосковной команды спасал. Хороший вратарь, да, Сатери просто. Тяжело пробить. Я думаю, за вратаря, да. Поэтому не можем ничего сделать. Не забив в своих моментах, ястребы дали шанс соперникам. На 34-й минуте омичи остались втроем против 5 игроков подмосковной команды. Блестяще сыграл Фурх, в падении выбросил шайбу Евгений Кулик. Болельщики «Авангарда» выдохнули, продолжали верить в успех. Больше прессинга техничности и скорости. Скорости как-то по зоне расставляться лучше. Наши ребята сыграли от конька. На 45-й минуте тройка Широков, Зубов, Паршин раскатала соперников. Илья Зубов вырвался на свободный лед, бросил. Сергей Широков подправил шайбу в сетку. 2-1. Темп за нами. Надавить «Витязям» удалось лишь под занавес матча. Опасно. Рубка на пятачке. Дальше две упущенные возможности забить пустые ворота. Третий заход. Зубов на Широкова, тот на Дениса Паршина. И наш 27-й номер поставил точку в матче. 3-1. Победа «Авангарда». Гнули свою линию и знали, при счете 1-1 нужно выигрывать период. Поэтому все собрались, старались как можно строже играть сзади. Небольшие ошибки были, но ничего страшного, это хоккей. Впереди забили 2 гола, поэтому все молодцы. Считаю, заслуженно победили. Следующий матч домашней серии хоккеисты «Авангарда» проведут в четверг. Ястребы сыграют с клубом «Медвежчак» из столицы Хорватии Загреба. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Заглядывайте на наш сайт и в группу ВКонтакте. Увидимся.
ЖСК «Комфорт» продает квартиры в строящемся пятиэтажном доме на 14-й Чередовой 1. Сдача в эксплуатацию в четвертом квартале 2015 года. Однокомнатная квартира от 1 210 000 рублей. Двухкомнатная от 1 650 000 рублей. Телефон отдела продаж 910-358-925-235. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями – уникальное учреждение Омской области. Каждый год здесь проходят реабилитацию более 1000 детей. В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» центр оснащен современным оборудованием для проведения лечебных процедур и занятий по реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Центр расположен в живописной зоне отдыха «Чернолучье». Государственная программа Омской области «Доступная среда». Учимся жить вместе. Центр помощи особым детям приглашает на ярмарку распродажу сувениров к Новому году. Сделанные с любовью подарки можно приобрести с 10 по 13 декабря в Каскаде.